К сожалению, красивое число 2020 началось с ужасных новостей, которые касаются, в принципе, каждого из нас. О чем позже я скажу. На самом деле я о событиях в Ираке, где был убит иранский генерал и третий человек в стране, Касем Сулеймани. И далее все производные от этого. Да и украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение в иранском аэропорту Имама Хомейни. Беды свалились на Иран, но как это касается нас? Увы, это нас касается и прямо, и косвенно, так как некоторые недоумки решили связать происшедшее между Ираном и Соединенными Штатами с карабахским вопросом. Впрочем, любой кипиш в Иране может сказать на карабахском вопросе. Это правда. Но если сделать это нагнетание искусственно, то вопрос может не просто коснуться, но и закровоточить. И об этом знают некоторые силы в Азербайджане, что спят и видят в благостном сне раскол и раздел Ирана. Азербайджан, умеющий вилять хвостом перед всеми, на самом деле искренне считают своими бедами Иран, Армению и Россию. Впрочем, те самые страны, которые сделали Азербайджан и азербайджанцев, наделив их культурой, этнонимом, историей, кухней, благодаря чему экс-кочевники кавказские, татары, стали благородно называться иранским термином азербайджанцы. Кушать иранскую кофту, армянскую толму, петь арабский мугам, наслаждаться государственностью от России и прочее. Играть двойную игру Азербайджану как бы не привыкать. С одной стороны, азербайджанская власть соболезнует иранскому народу, а с другой стороны, те же азербайджанцы с пантюркистскими элементами спят и видят расчлененный Иран. Вот как, например, на этом сайте, где азербайджанские активисты, проживающие в Азербайджане и в Соединенных Штатах Америки, прямо говорят о том, что Ирану необходимо просто расчлениться и воссоединение Южного Азербайджана с так называемым Северным Азербайджаном. Это реальное лицо того самого Азербайджана, Азербайджанской республики, которые благостно желают того, чего на самом деле они хотят, а не то лицемерное обращение Ильхама Алиева, которое было перед этим. Тем не менее, если кто-то думает, что я буду привязывать этот выпуск конкретно азербайджанцев к иранской трагедии, то глубоко ошибаются. Я пожирю и армянских, и еврейских недоумков в самом прямом смысле. Потому что все, что случилось после, иначе этих людей назвать сложно. Конечно же, не секрет, что раздел Ирана радует в некотором смысле некоторых. И я скажу почему. И я даже понимаю и могу простить, как азербайджанские СМИ довольно оперативно стали писать и распространять фейковую информацию, где якобы премьер Армении Никол Пашинян поздравил Трампа с успешной операцией по ликвидации Сулеймани. Тут же азербайджанскую информацию подхватили иранские СМИ. А все почему? Потому что официальная Армения два дня не реагировала на происходящее в соседней стране, в Иране. Вместо премьера отреагировал армянский недоумок, который распространял ложные заявления якобы от Пашиняна в своей новостной ленте через Facebook под ником Диана Арутюнян. Недоумка задержала служба нацбеза Армении, где тот признался, что сделал это из-за ненависти к Пашиняну. У меня нет слов. Это же какую ненависть нужно иметь главе государству, чтобы всю страну подставить под угрозу?
Я очень надеюсь, что в Армении этот поступок будет сравним с угрозой национальной безопасности страны, и этот человек понесет самое строгое наказание. Во всяком случае, очень бы хотелось, чтобы в местах лишения свободы его так и называли до конца жизни Дианой. Порой дело даже не в Азербайджане, а в таких недоумках, которые не осмысливают свои действия и подбрасывают пищу врагам против своей же страны, своего же народа, представителей своего же народа. По сути, в этот раз Азербайджану и придумывать ничего не пришлось. Информацию антиармянскую им подкидывали извне, либо сами армяне, либо просто не азербайджанцы. Например, другой Ирана-ненавистник, израильский общественный деятель Авигдор Эскин, неосторожно написавший на своей странице благодарственное письмо американскому генералу. Особенное спасибо генералу ВВС США Джеффри Харигяну, потомку спасшихся от геноцида армян, за его роль в ликвидации Сулеймани. Такая новость не могла, опять же, не порадовать азербайджанские СМИ, что судорожно стали цитировать Эскина и распространять как можно больше в Иране. Наивно полагая, что Иран состоит из таких же овцеподобных, как они сами, не знающих главных действующих лиц в трагической драме «Ликвидация Сулеймани». Опять же, армянские СМИ не отреагировали на такое заявление. Молчать было нельзя ни минуты, ибо чем больше мы молчим, тем больше развязываем язык азербайджанским СМИ, коих чуряком не корми, дай травку пожевать. Тогда за дело взялся я лично и опубликовал опровержение. Попросили соотечественников максимально распространить это, но снова столкнулись с тем, что некоторые армяне не стали это делать, чтобы не раздражать своих друзей и приятелей азербайджанских. Ну и бог с ними. Пусть это у них на совести останется. Важно, что другие армянские блогеры и журналисты распространили. Правда, в очередной раз не сославшись на антитопор. А опровержение я дал следующего характера. Джеффри Харигян действительно имеет отношение к убийству Сулеймани ровно так же, как Дженнифер Лопес или Том Круз, по той причине, что они граждане США, ни больше, ни меньше. Действительно, Джеффри Харигян – генерал ВВС США, армянин по национальности, но в его компетенции не Ближний Восток, а Европа и Африка. Иначе говоря, ВВС Харигяна курирует небо Европы и Африки. А небо Ближнего Востока контролирует другой генерал ВВС США Дэвид Гольдфейн, этнический еврей. Вот такие дела. Иногда приходится оперативно реагировать, чтобы разбудить спящие армянские СМИ, которые так и не поняли всю серьезность информационной войны, устраиваемой в Азербайджане против Армении. В Армении вообще особо не задумываются над этим. В годы Сарксяна там действовала небольшая группа лиц, которая занималась этой проблематикой и получала за свою работу деньги. Не стало Сарксяна, не стало и этих лиц. Бесплатно работать не хотят. А все потому, что им глубоко плевать на информационную войну, устраиваемую Азербайджаном против Армении. Им важнее были деньги. Еще и против меня пытались воевать, рассматривая меня в качестве выскочки. Я их понимаю, я всегда работал бесплатно, а они за деньги. В результате я до сих пор у руля, а они под колесами. И воюют теперь против Пашиняна. Теперь несколько слов об армянах, которые также радуются происходящему в Иране. Я считаю, что это делают либо тугодумы, либо молодежь, которая в геополитике особо не смыслит. У меня вопрос. Какая вам к черту разница, чья власть в Иране? Власть мул, валов или козлов? Вам-то что? Чем вам угрожает Иран?
Вы хоть понимаете, что может случиться, если распадется Иран? Учитывая, что Иран единственный в настоящее время сосед Армении, от которого многое зависит. Других таких нет. Между Арменией и Россией стоит Грузия, которая непредсказуема и которую уже давно экономически оккупировали с двух сторон, Турция и Азербайджан. Грузия уже давно не та, с которой Армения рука об руку выходила воевать против иноземцев. Иран, граничащий с Арменией узкой полоской всего в 35 километров, по сути является единственным коридором во внешний мир. И Армении крайне важны добрососедские отношения с этой исламской республикой. Мы многовековые соседи и хорошо понимаем друг друга. Разница между нами в религии. Иранцы такие же старчи в регионе, как и армяне, прошедшие вместе и узы царских браков, и войны, и мир. А теперь на минуту представьте, чем обернется раскол Ирана. Во-первых, между Ираном и Арменией не станет общей границы. Но между нами встанет иранский Остан, Азербайджан, население которого говорит на тюркском азербайджанском языке. Там давно работают пантюркистские эмиссары из Турции и Азербайджана и просто мечтают отобрать этот Остан у Ирана. Я там был и знаю, что я говорю. Впрочем, на то и была изначально задумка турок, когда мусульманскую территорию Закавказья назвали Азербайджаном, якобы в качестве продолжения того Азербайджана, что в Иране. Но это еще не все. В Иране имеются сепаратистские настроения и в других регионах. Тут же проснутся курды, проживающие в Останах вдоль Загроса, Ирано-Иракской и Ирано-Турецкой границы. Далее арабы, населенные в провинции Хузистан. Я уж молчу про белуджев из Остана, Систана и Белуджистан. Иначе говоря, парад независимости будет как времена раскола СССР, но только более кровавый. Так как иранский раскол Беловежской пуще не предполагает. А вдоль армянской границы достанется не самый лучший для армян участок. Мне трудно сказать, что будет дальше. Одно скажу точно. Иран без боя не сдастся. А каков будет итог и сколько это все может длиться, одному Богу известно. Поэтому я бы попросил быть в словах и выражениях осторожными. Рядом с нами враг, который куда коварнее. И может ваши слова извратить так, что и мало не покажется. Будьте мудрыми сынами Давида Анахта, а не отроками Сашика Пазика. Ну и напоследок хочу еще раз напомнить о выходе в свет календаря за 2020 год «Вокруг света армянского». Я уже давал рекламу в своих предыдущих выпусках, но не все пока еще, судя по всему, судя по просмотрам и по подпискам на YouTube-канал «Антитопор», выписали себе этот календарь. Я напоминаю, календарь действительно уникальный. Это не просто календарь, который можно повесить на стену, и весь год он будет вот так висеть, а после того, как закончится год, его возьмут да выкинут. Нет, это не так. Первый номер календаря «Вокруг света армянского» вышел в 2019 году. И вот он вышел на 2020 год. Будут и последующие номера 2021 года, 2022, 2023 и так далее. Тем более, что информация на предстоящие годы у меня уже готова. Я еще раз напомню. Значит, это календарь-справочник мирового армянства. Здесь на каждый день, на все дни всего года будет выставлена иллюстрация и под иллюстрацией коротенькая информация на то, что произошло в мире армянства в этот день в каком-либо году. Это из истории будут всякие статьечки, из культуры, из науки и много-много другого. Может, вы даже найдете своих каких-то именитых родственников, который что-то открыл или совершил в каком-то году.
Так что на каждый год здесь есть информация из мирового армянства. Поэтому обязательно приобретите себе. Ну, а как приобрести? Вот под этим видео вы найдете ссылочку, куда вам нужно мышкой нажать, и вы войдете, значит, на сайт, где нужно будет заполнить формуляр и отправить по указанному адресу. Там вы разберетесь.